В прошлом году я здесь уже проходила практику, и сюда вернулась коллектив знаком, все очень радушны. Лечим деток с острой патологией, также лечим планово с острой патологией. Это отиты, это ларингиты, плановые – это госпитализация на удаление аденоидов, подрезание миндалин, тонзиллотомия и искривление перегородки. То есть все поправляем, деток лечим, дальше выписываем амбулаторное лечение. У нас здесь есть осмотры и в приемном уже отделении, госпитализируем деток как планово, так и экстренно, операционные дни, среда, четверг, так что уже все успели попробовать. В нашей больнице оказывается всесторонняя поддержка, что коллег, что руководства молодым специалистам. Коллеги здесь не жалеют своего времени, своих сил на то, чтобы нас обучить. Соответственно, чем больше мы практикуемся, а практики здесь предостаточно, тем с каждым днем мы становимся все более увереннее в своих силах и, скажем так, становимся успешными врачами. В прошлом году целевики у нас 5 человек врачей прибыло. В этом году вернулись в родную гавань, приехали 2 доктора, врач-анестезиолог и врач-оториноларинголог. Также в этом году пришли 7 выпускниц медицинских колледжей. Приезжают не только целевики, нам удается привлечь к работе также докторов, которые, например, из Ярославля. В прошлом году доктор из Архангельска. Поэтому, конечно, эту работу необходимо продолжать. И все-таки хорошие кадры решают все.